Самые первые пятиэтажные дома в Ульяновске были построены в далеком 1939 году. Почти за 80 лет старожилы заметно износились. Один из них – дом номер 89 по улице Льва Толстого. Совсем скоро пятиэтажка в старом городе преобразится до неузнаваемости. Проживая с 71 года, я могу что сказать о доме? Ну, практически производился какой-то выборочный ремонт некоторых инженерных сетей, чуть-чуть поправки каких-то, допустим, фасадов делались, кровли, все. Но больших работ с домом не производилось. Уже отремонтирована система теплоснабжения, фундамент, система водоснабжения, водоотведения, продолжается ремонт фасада. Общая стоимость выполненных работ составляет около 12 миллионов рублей. В принципе, львиная доля всех работ многоквартирных домов, всех трех вот этого кварталочки, они завершаются в 2017 году. У нас настроена работа с организациями, которые осуществляют строительный контроль. В том числе у нас в фонде модернизации есть свой отдел капремонт и свои кураторы, которые выполняют эти же функции. Планируется, что проделанный капитальный ремонт продлит срок безаварийности эксплуатации домов номер 85, 87 и 89 по улице Льва Толстого еще примерно на 20 лет. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.